Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить GTA 4. А что, мы там деньги украли и все, больше у нас там ничего нет, что ли? Офигеть просто. Опять это мужик здесь. О, Паки что-то хочет. We're starting to worry. She likes you, just as friends. I'm gonna send you a number. I'll give her a call, man, but, I don't think she'll wanna see me. Trust me, she will. Call her, man. Офигеть, все поменяли, да? Ну ладно, фиг с ней. Так, у нас есть задание. Задание здесь. А, вот, Паки появилась. Поехали к Паки, да? По заданию-то. Только хелф у него мало, блин. Для задания, да. Ну ладно. Ничего страшного. Ну давай. Чувак, ты со мной поедешь? Подожди, 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 подожди. По пути смотрим, где можно будет приобрести этот. О, Паки что-то хочет. Так, я рассказал про тебя братьям, планирую большое дело. Найди костюм с галстуком. А я чё, не костюм с галстуком, блин? Офигеть, супер просто. Найди костюм с галстуком, я так с костюм галстуком. Чё ты, слушай, друг, подари моей сестре кольцо, ей это понравится. Будет круто, если, конечно, тебе не напряг. Свидание с монашкой. О, какой поворот с монашкой. Паки-паки, а если не ошибаюсь, GTA 5 тоже встречается. Наверное, могу ошибаться. Но это все впереди узнаем. Так. Задание у него повыполняем чуть. Я слишком народу много стало. Ну да, мы уже у него... Я выполнял не раз. Так, Паки здесь нет. Приезжайте после 6 и не позднее 19. Блин. Супер просто. Поехали, когда знаешь, сюда. Покатаемся по городу, блин. Да блин, вот палу-то, а. Просто 3 минуты своей жизни потратил, чтобы приехать к нему и узнать об этом, что с 9 до 19 здесь бывает. О, мужик, 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 мужик. Да, блин. Встал. Суперски. Чё ты хочешь? Вот это поворот. Сейчас съездим. Дай худок. Надо разобраться с русскими дебилами. Спасибо тебе, 5 баксов. Все, погнали, быстро. Брат, беде. Дмитрий, смс-ку отправил. Офигеть просто. Ника, ты должен увидеть эту фотографию. Да что, двоюродный брат? О, уроды поганые, а. Очумей просто. А надеюсь, мы там Дмитрия убьем. Фига, тут тоже такая фигня? Это куда мы едем-то, интересно? Так, телефон выруби.
Брат, держись. Блин, случайно стрельнул. Мы едем. С мигалками было более веселее. Куда мы приехали-то? А, вот, сюда, значит. Задолжал. Чё он задолжал-то, ё-мо? Да нам все русские гоняются теперь. Хороший такой поворот событий. Вообще замечательно. А тут что, мост не сделанный? Да, мост тут нифига не сделанный. А куда он должен идти-то по идее? Сюда что ли? А нафига вот этот мост вот так делать? Слишком странно здесь все. И тут мне дают калашник. Окей, это я сейчас запомнил. If you want to walk out of here, Slav, you're going to have to think about how you will pay your debt. A friend of mine, Dmitry Raskolov, he would pay a lot of money for your cousin. I'll get you the money, just not that way. I hear ya. Так. Смотрим, 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 смотрим. Так. I am drunk. In a good way. А я думаю, бочку здесь, блин, можно. Да, блин, перезаряд тупая. Чтоб ты сдох. Давай! Только я не понимаю, как ты тут закрылся, Павла. Блин. Патронов слишком мало. Ну чё, уроды? Готовы нафиг? Ваша смерть приближается. Ну где ты там, Павла? Готов, Павла. Вот он, беда. Тихо-тихо-тихо, уходим отсюда. А, вот вы, Павла. Да... Его не убьешь таким темпом. Вот Павла ты, а, урод. Я что, сейчас смогу до туда
Дай кинь гранату, а? Да, могу. Упал и спрятался, урод. Погоди, у меня броня откуда появилась. Да подожди ты, ё-моё, а. Где он? Ууу, я себе броню подмочил. Жестоко. Ты что, жив остался, что ли? Вот ты урод, пала, ган, а. Мишку берем. Ты откуда взялся-то? Я только что тебя убил. Вот урод, а! Белик. Ну давай. Блин, улетел. Дай бог еще назад идти с такой фигней, блин. Неохота. Ну, на крыше бы упал больше. Что-то я не понял юмора. А, вот он. Спасли его. Thank you, cousin. You saved my life. We should get out of here. Блин, ну это фигово. Сейчас начнется опять фигня какая-то. There's a car. Take me home, cousin. Полиция. Дмитрия надо убивать. Как ни крути. What happened, Roman? You hit the gambling. I give you money. How are you in debt? There are cycles, cousin. You must lose a little to win a lot. Come on, my cards were not good. Roman! That man knew Dmitri. He was trying to make me give you up to him. I would never. Of course you would not. Dmitri has taken this too far. He wants you dead. Bohan is not safe. I'm going to get us a place in Algonquin. Are you okay? I'm used to taking these beatings, Nico. I almost expect it now. Wherever I go, there are people who want to kill me. Men who will kidnap me. I'll never marry Mallory. I won't be able to sleep with another college girl. There is a knife hanging over me. A clock is ticking. Блин, тачка говно. Вот так вот я и думаю, надо уже план делать, что уничтожит его. Урода поганого. А потом только уже
спокойно жить пока что. Ну, спокойно мне дадут, тут уже знаю ФБР, кого только нет уже. И только идиотов людей нету. Man, this is out of control. I know. What are we going to do? I don't know. We're going to die. I don't want to die, man. Not like this. How would you like to die? Having a threesome on my 100th birthday? I don't fucking know. I'm scared, you cold bastard. What are we going to do? I'm not cold. You're cold. All you care about is revenge and getting your own way. And all you care about is money and gambling it away on the internet. Oh, isn't America great? I get to sit in front of a computer and play Mr. Rich Man and get into debt with crooks. Okay, I messed up. I know I did. I thought things would be different. I don't understand this place so good. Oh, man, what are we going to do? Stop sitting in front of the computer gambling our money. Stop getting into illegal card games. Stop spending all our money. Yes. Thank you. And stop thinking about the Russians. Man, we just need to disappear as far as they're concerned. Disappear! Okay, okay. But I want Florian and Darko. I need to know what happened. Give me that. Fine. But leave the Russians alone! I was not the one gambling in their private club. I didn't know! Give Akai a break! Okay! Okay. Okay. I'm going to clean up. I have a nasty feeling I had a bit of an accident back there. And Nico. What? Thanks. Да, конечно, сохраните. Так, мы тут сохранились, не знаю, что там дальше будет у нас. Ну, поехали, значит, к нему. Бля. На какой-то тачке идиотской. Я пошел в баню от меня. Да. Тачка просто супер. Ой, шлюк что-то. Ничего, шлюк стоит. Где проехать, я тебя... Давай, неизвестный телефон, кто это такой? I thought I was doing that. I hear you need work. I want to throw you a bone, Nicky. Come over to Drusilla's in Little Italy. We'll have a little sit down. Опа, ну и что тут появился? Офигеть просто. Еще какое-то задание, а где он там, маленький Италия? Блин, вот все туда-туда тащитесь, блин. Скоро по всему городу придется ездить. А их сохранял куда далеко. Слава богу, тут автоматическое сохранение есть. Не приходится теперь, как каждая серия, ездить. Чё это такое вообще? Магазин какой-то, блин, еще тупой. Ну ладно, неважно. Роман что-то написал. Привет, брат, спасибо, что ты спас меня, когда этот байкер схватил меня, да, повез. Русским. Я уж решил, что это моя последняя дача. Ты после героя, друг Роман. Да, жестоко было. Ты куда ты едешь, блин? Тебе навстречку мне встала. Я думаю, сейчас врежусь эту фигню. Что-то туманно как-то. Так, тихо. Все, дяденьки. Мы почти уже приехали. Роман, что ты хочешь-то? I've got this in an apartment in Algonquin. What did I say when you got here? Penthouse. Mother on each arm. And you have paid for this place? It wasn't so long ago that your debts got you kidnapped by the Russian mob. That was a cold streak. Now I'm hot, cousin. Hotter than the mother will be bedding. I can't lose! Roman, we have spoken about your gambling. Wait until you see the new place, Envy. You will change your song. So what I took on a little debt?
Теперь у нас где дом? А, вот здесь дом, да? Нормально. Только вот теперь здесь будем. Замечательно. Ну, она так у нас вообще здесь, в этом районе есть. Hang out with bad people, doing bad things, making idiot moves. I'm an idiot. I move. True, but the last thing I need is you getting caught. Why? Because I lead them to you in some plea bargain thing? To me? Who am I? There's 100 guys in this building alone who fit my description. Middle-aged men, paunchy, glasses. You bring them here? What's this? Empty office, leased to a man who died in the last days of Vietnam? Ooh. Call me up. Huh. My number never existed. No, I'm not too worried about that. I mean, I think you'll end up on a flight deck, but that's your business. Then what? Because you're good. Because I need you to keep being good. And you're getting distracted. Oh. Funny. Yeah, good. I need someone neutralized. Guy is moving a lot of money for terrorists. Whatever. It doesn't really matter. The guy's gotta go. But I need to know his movements first. How? I've got something that's going to help you. Head over to Albany Avenue in Lansing and give me a call. Go. Can I get paid for this? Can I get a medal? Did you get a medal in your last war? What did you give Michelle? For me? Michelle? Karen? We gave her life back. We didn't play too rough. We gave her some money. She still works for us. What about me? We'll discuss that later. Так, тачка. Ну, мне не нравится тачка. Так. Это можно убрать. А, тут недалеко. Ехать-то, блин. Ну, на погоню она не подойдет. От меня любой дурак оторвется. Короче, понятно, будет серия долго. Каким-то вертолетом надо следить. Подожди, я хочу такую плачку. За ушел отсюда. Убежал, блин. Вот эта тачка, другое дело. Полиция что тут делает, а? Так, вертолет улетает, последний, куда он двигается? Посмотри, куда он двигается. Офигенно просто. Супер задание вообще просто. Офигенно просто. За вертолеты на машине сидеть. Откуда знать, что он тут поедет? О, полетит, точнее, поедет. Дай проехать, урод. А я думаю, сейчас сквозь будем видеть.
Вот туннели не могли догадаться, а маму потерялся. Вертолет дурацкий. Тап это хорош, конечно, кнопочка, но... Ой, тап этот... Росток, что ли? А где он приземляется-то? А, понятно все. Пошел в жопу. Садится вертолет. Вертолет садится. И чё? Сел он и что? Чуваки, можно? Ты урод, не офигел мою машину толкать. Что мне делать? Так, история. Встреча закончена. Так, найдите трансмит, отправляйте в площадь, да, это знание, его вертолет улетает. Встреча закончилась. Садитесь в вертолет, пока он не взлетел. Ну чё, дальше надо украсть, что ли? Да ёбаный. Уроды все, да. Да, блин, а. Все, здесь стреляю с идиотами, блин, ну вот это задание очень идиотское. Здесь вертолет не пострадает. Супер, вертолет пострадал. Офигенно, вертолет у него пострадал. И я с ним сдох. А, короче, следующая серия. Будем это задание выполнять. Пускай фейл он так и будет фейлом здесь. Да не, я уже загружусь. Короче, в следующей серии будем продолжать это выполнять задание, наверное, скорее всего. Только вертолет не особо хочется кататься. Ну что, на этом мы остановимся, увидимся в следующей серии, другие упражнения, всем удачи и пока.